сварил всем чепушником. Давно уже хотел сделать вот эту приспособу для пылеудаления. Хотел уйти от этой щетки, потому что она вот вся заваливается. Вот, и, допустим, под ней ничего не видно. Это одно, и она вся обкутывает, получается, мотор. Мотор нагревается еще больше, то есть получается. То есть для него охлаждение, то есть, ну, как бы воздух проходит, тащит, но все равно мне кажется, что эта щетка, она слишком окутывает мотор для фрезеровки. Давно уже это решение хотел сделать. Неудобно очень фрезу менять. То есть постоянно лезешь, вот это вот вырванная, то есть сама щетка и с ключом. Почему? Потому что постоянно меняешь фрезу, и оно вот так вот вырывается. Вот. То есть в этой приспособе, то есть, которую я сделал, вот, я еще здесь вклеил неодимовые магниты, то есть, в принципе, щетку можно будет ставить, можно снимать. Ну, это уже, в принципе, я так уже пофрезеровал, вижу, что она вообще здесь не нужна. То есть нормально все вытягивает. Покажу вам ее. Она. То есть здесь окно, которое забирает, и здесь тоже еще одно окно подбирает. Оно и мотор само охлаждает, и лишнюю пыль, которая еще вылетает, ну, чтобы дотягивало. Вот. Вставил сюда обычную мебельную трубу, это 16-миллиметровая, другая у меня какая-то была не шлифованная, то есть, ну, без этого, без глянца. В общем, так вот. И еще, в принципе, сразу же приделал сюда туман. Крепление под бутылку Coca-Cola. Правда, здесь будет эмульсия. Купил ТУФ 95 концентрат, буду разводить. И для фрезеровки там металлов вообще, в принципе, туман взял. Ну, еще иногда там бывает фрезерую, им нужно воздух поддавать, чтобы сдувало. Ну, там гравировка такая мелкая, то есть как бы нет смысла подключать там пылесос, то как бы для гравировки именно вот эта штука, то есть мне нужна очень. Взял именно туман для того, чтобы здесь двумя регулировками, регулировка подачи и регулировка воздуха. Вот, шланг, получается, сразу подключил сюда, и вот через верх идет там крючок, и сразу компрессору. То есть очень удобно. И быстросъемник. Раз снял, если надо, чтобы не мешало. Так же самое бутылку можно снять, убрать, чтобы не каталось там лишний раз. Сейчас покажем. То есть фрезу уже можно менять здесь сверху. Очень удобно. И поэтому сейчас покажу это все дело. Здесь доступ к фрезе уже. Вот и все. Чуть-чуть приподнимем ее и закрепим.